В настоящее время на международном уровне продолжается принятие необходимых мер для привлечения виновных лиц к ответственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана. В прошлом году во время 44-дневной войны вооруженные силы Армении, совершая преступления против мира и человечности, подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу Бардинский район, где проживает гражданское население. В результате артиллерийского обстрела Бардинского района были убиты 29 гражданских лиц, 112 получили ранения.